Следующий приз предоставлен сетью фирменных магазинов корейской косметики. Я нахожусь в Колизее Атриум на втором этаже Ленина 60. За долгие месяцы зимы мы истосковались по солнцу. Ну, кому же не хочется выбежать на улицу и подставить свое лицо первым весенним лучам? Но, к сожалению, весеннее солнце очень агрессивно по отношению к нашей коже. Оно сушит ее, обезвоживает и приводит к возникновению морщин. Добавим сюда постоянные перепады температур, ветер и нехватку витаминов. Вывод однозначный. Весной коже нужен особый уход. Питать, увлажнять и насыщать витаминами помогает косметика. А наиболее эффективно действуют средства, в состав которых входят натуральные ингредиенты. С маслами и экстрактами, полученными из растений, знакомы многие. Но появляются все новые и новые компоненты. С признаками старения помогают бороться муцин улитки, пептид змеиного яда, стволовые клетки растений. Искать средства, стирающие возраст с лица, нужно в лифтинговых сериях. Вулканическая глина позволяет эффективно работать над глубокой очисткой пор, улучшает текстуру кожи. Древесный уголь оказывает антибактериальное действие. Глубоководная морская вода содержит все необходимые коже минералы, а ледниковая вода незаменима в составе защитных средств. Название кремов BB переводится как «бальзам от недостатков». Он позволяет скрыть мелкие дефекты и добиться идеального цвета лица. Со временем морщинки разглаживаются, сухость и шелушение проходят. Многие женщины жалуются на отсутствие времени для ухода за кожей. Но несколько свободных минут в день, думаю, найти можно. Все, что нужно, тканевая марлевая повязка, 15 минут, достаточно, чтобы кожа преобразилась. Зона вокруг глаз – самая чувствительная и требует особого ухода. От темных кругов и морщинок помогают избавиться специальные пластыри – патчи, которые наклеиваются под глаза. С ними можно заниматься домашними делами, работать, спать, а кожа в это время будет впитывать все полезные вещества. Альгинатные маски – это профессиональный уход в домашних условиях. Они очень удобны в применении. Порошок смешивается с водой, наносится и застывает, а затем снимается одним пластом. Эффект может быть заметен после первого применения. И можно обойтись без лишних затрат на визиты к косметологу. Кто назовет точную стоимость альгинатной маски, тот получит крем для рук в виде печенья Choco Pie. Отправляйте смс на номер 899-2222-8833. Итак, время пошло. Весной не следует забывать и об уходе за волосами. Они тоже страдают от дефицита витаминов и упрямого желания ходить без шапки, даже при минусовой температуре. Средство для волос содержит в себе кератин, целебные масла, камили, органы, жожоба, витамины и минералы. Они не только улучшают внешний вид шевелюры, но и лечат кожу головы и усиливают рост волос. Какая женщина не мечтает о губной помаде, которая держится весь день? И такое средство есть. Это тинт – современная альтернатива привычной помаде. В его состав входят стойкие красящие вещества, поэтому женщине не придется повторно подкрашивать губы в течение дня. Правда, исчезнет необходимость постоянно смотреться в зеркало, но чем не пожертвуешь ради красоты? Итак, время вышло, стоимость альгинатной маски объемом 700 миллилитров. 790 рублей. А мы благодарим за предоставленный приз магазин корейской косметики, который находится в ТРК Колизей Атриум, второй этаж. А наша программа подошла к концу. Имена победителей мы узнаем в следующей программе на сайте телекомпании «Ветта» и в Инстаграм. Пока!